И зову с мамой Ельнатом. Мой папаша пил как бочка, и погиб он. И погиб он от вина, я одна осталась, дочка. Папаша пил как бочка, и погиб он от вина. Ай-я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 й. Стоит мне только издали увидеть вот это поэтическое создание, как у меня мороз по коже продирает. Повестки, батюшка. Мой папаша пил как бочка, и погиб он от вина, и я одна осталась, дочка, и зовут мама Зелена. Ах, кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Да, было время, когда я валял дурака. Ох, миндальничал, влюблялся, страдал на луну. Трещал, как сорока, об эмансипации. Прожил на нежных чувствах половину своего состояния. Довольно, теперь меня не проведете. Ох, очи черные, очи страстные, губки бантиком. Ох ты, ямочки на щеках. Да я за это, сударня, сейчас медного гроша не дам. Повестки, батюшка. Ах, черт. Проценты завтра платить. Давай одеваться. Собирай векселя, поедем по должникам. Мать. Давно вы, батюшка, собраться пора за своими деньгами-то. Давай. А вот здешний помещик, Попов, сказывает, с полгода как помер уже. Ну, давай, давай. Жена-то захочет ей еще долг заплатить, а и нет. Жена? Так Попов-то помер? Помер, батюшка, помер. Батюшки, так я к ней ни за что не поеду. Ох ты, черт возьми. Для меня легче на бочке с порохом сидеть, чем разговаривать с женщиной. Жена. Попова жена. Thank you.
Хорошо, барыня, губите вы себя только. Николай Михайлович померли, так тому и быть. Божья воля. Царство им небесное. У меня тоже старуха в свое время померла. Что ж, погоревал, поплакал с месяц. И будет с нее. А если цельный век лагеря петь, так и старого того не стоит. Ты видишь, Николя, как я умею любить и прощать. И тебе не совестно, будто изменял мне, делал сцены. А я паинька, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы. Да, до могилы. Чем эти самые слова велели бы запречь Тоби или великана? И к соседям в гости. Барыня, матушка, что вы, Господь с вами? Ах, он так любил Тоби. Лука, прикажи ему дать сегодня лишнюю осьмушку овса. Слушай. Эх, барыня, матушка, молодая, красивая, кровь с молоком, жить бы в свое удовольствие. Красота-то ведь не навеки дадена, пройдет годов 10. Сами захотите павой пройтись, господам офицерам пыль в глаза пустить. Ан, поздно будет. В Рыблове полк стоит, так офицеры чистой конфеты. Ра-ра-ра-та, ра-ли-ра, та-ра-ра-та, ра-ра-ра.
Я тебя прошу, Лука, никогда не говорить мне об этом. Ты же знаешь, что с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую ценность. Тебе кажется, что я жива. Это только кажется. Мы оба умерли. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть свет. Слышишь? Слышишь ли ты меня, Никола? Кто там? Албан, дурак, скотина. Не принимаю. Ты с кем разговариваешь? Осел. Сударь. Молчай. Албан. Осел. Честь имею представиться. Отставной поручик артиллерии Григорий Степанович Смирнов, землевладелец. Что вам угодно. О-хо. Вынужден побеспокоить вас, сударыня, по весьма важному делу. Ваш покойный супруг остался мне должен 1200 рублей. А так как у меня завтра предстоит платеж в земельном банке, то я прошу вас, сударыня, уплатить мне эти деньги сегодня же. 1200? Да. А за что мой муж остался вам должен? А он покупал у меня овес. Да. Так ты же не забудь, Лука, приказать, чтобы Тоби дали лишнюю осьмушку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, разумеется, я заплачу. Но вы меня извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется мой приказчик из города, и я прикажу ему уплатить. К тому же сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. А у меня, сударыня, теперь такое настроение, что если я не уплачу проценты в земельный банк, то принужден буду вылететь в трубу вверх ногами. Послезавтра вы получите ваши деньги. А мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Извините, сегодня не могу вам заплатить. Извините, а я не могу ждать до послезавтра. А что же делать, если у меня их нет? Так, значит, вы не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Так, положительно? Положительно. Ну что ж, так и запишем. А еще хотят, чтобы я был спокоен. Сегодня с утра езжу по кредиторам, и ни одна канарья не платит. Я ясно сказала. Приказчик вернется,
тогда и получите. Я не к приказчику приехал, а к вам. На кой вечер? Извините за выражение. Извините, милостивый государь, да. Но я не привыкла к такому тону. Ох, скажите, пожалуйста, настроение. Не расположена. Я вас спрашиваю, а мне-то надо платить проценты? Да мне-то проценты платить надо или нет? Я вас спрашиваю. Как я останусь и буду торчать здесь, пока не заплатят. Барыня больны и не принимают. Не принимают? И не надо. Эй, Семен, распрягай лошадей. Я здесь остаюсь. Вы себе позволяете, сударь? Это с кем разговариваешь-то, а? Болван, осел, а тебя спрашиваю, молчать. Я из тебя салат сделаю. Я так зол, что даже поджилки трясутся от злости. Ой. Кажется, дурно. Дай крюк водки. Принесла нелегкая. Как я зол. Неделю будешь больна, так я неделю просижу здесь. Thank you.
Не тронешь ямочками на щеках. Осталась дочка. И зовут меня Нана. Я игриво, шаловливо. И зовут мамзель Нана? Да, Нана. Тьфу, черт. До чего разозлил мне этот шлейф? Я игриво, шаловливо. 25, 30. Нет, видно и вправду, придется уйти в монастырь. Да, в монастырь. 36, 37, 41, 42. 43. Фу ты, как я зол. Вот и что ли выпить? Человек! Человек! Милостивый государь. Прошу вас, убедите меня. Не нарушайте моего покоя. Не кричите. Здесь не конюшня. Сударыня, уплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, дадите. Вот нагло не получится ни копейки. Сударыня, я не имею счастья быть ни вашим женихом, ни вашим супругом. Да. Поэтому прошу вас, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Вы что же, сели? Да, сел. И не уйдете? Нет, не уйду. Хорошо. Лука, выведи этого господина. Я из тебя салат делаю. Милостивый государь, вы не умеете себя держать в женском обществе. Нет, я умею себя держать в женском обществе. Нет, не умеете. Вы грубый и невоспитанный человек. Ох ты! Извините, пожалуйста, а как же с вами прикажете изъясняться? По-французски, что ли? Живу при мадам, как я счастлив, что вы мне не платите денег, так? Неумно и грубо. Ох! Ох! Неумно и грубо. Я, сударня, на своем веку видел женщин, ха, больше, чем вы, воробьев. Да, я 3 раза стрелялся на дуэлях из-за женщин. 13 женщин бросил я, 9 бросили меня. Довольно? Довольно? Меня не тронул больше ваши
очи черные, очи страшные. Губки бантиков, кисия, эфир, полубогиня. А заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Обыкновеннейший крокодил. Сударня, я присутствующих не говорю. Фу ты, черт меня возьми. Если женщина умеет любить кого-нибудь, кроме поломок. А кто же это, по-вашему, умеет любить? Мужчина! Рогатая кошка! Черт, я знаю. Мужчина! Мужчина умеет любить! Скажите, какие новости? Мужчина верен в любви! Да. А как вы смеете мне говорить это? Мужчины верны в любви! Слушайте, из всех мужчин, которых я когда-либо знала, самым лучшим был мой муж. Да. Я его любила, любила страстно. Я ему отдала свою молодость, жизнь, счастье, состояние. Вот что я нашла после его смерти. Вот. Вот! Ой! Ой! Полный ящик неполных писем! Вот! И все же я ему верна и постоянно! Я заперла навеки себя вот в этих четырех стенах! И до самой могилы я поклялась не снимать этого траура. Траура? До самой могилы. Ага. На и мы эти фокусы. Однако напудриться не забыли. Вон, убирайтесь отсюда. Убирайтесь отсюда, вон! Медведь! Бурбон! Монстр! Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр? Медведь, бурбон, монстр! Ах, медведь, монстр! Позвольте. Какое же вы имеете право оскорблять? Да, оскорбляю. А что вы думаете? Я вас боюсь. Медведь. Довольно! К барьеру. Что? К барьеру стреляться. Стрелять хотите? Да. Извольте. Извольте. После мужа оставить пистолеты. Ее минуту принесу. Я влеплю пулю в этот ваш медный лоб, который я так ненавижу. Черт вас возьми! Батюшка, родилась, пожалейте меня, старика. Уйди отсюда. Вы что же думаете? Если вы поэтическое создание, так можете оскорблять безнаказанно. К барьеру! К барьеру! К барьеру! К барьеру! Подстрелю ее, как цыпленка. Батюшка, родимый, уйди. Ха! Но какова женщина? С каким, говорит, наслаждением я влеплю пулю в ваш бедный лоб? А? Какова женщина? Заметил? Маски блестят, раскраснелась, огонь, порох. Ракета! Подстрелю ее из принципа! Навязался леший на нашу голову.
Так-с. Отличные дуэльные пистолеты 90 рублей за пару. Прежде научите вы меня как стреляться. Никогда не держала пистолета в руках. Ха-ха-ха-ха! Вот это да! Сударня, сударня, пистолет держится так. Так, 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 так. И раз! Отставить. Да, раз! Черт, черт. Ну! Голова, зажигательная женщина. Как бы того, как бы смертоубийства не было. Главное условие – не волноваться. Так, потом нажимаете пальчиком вот эту штучечку. Ух, какие глаза! Даже убивать жалко. Ну! Потом, потом старайтесь, чтобы не дрогнула рука. Неудобно. Идемте в сад. Thank you.
Сударня, я вас предупреждаю, что я буду стрелять в воздух. Трусили, да? Нет, сударь, не виляйте. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Глаза, какие глаза, какая женщина. Никогда в жизни не видал ничего подобного. Ох, карьеру! Ну, почему вы не хотите драться? Потому что. Почему вы не хотите драться? Струсили? Да, струсил. Лжете, почему вы не хотите драться? Потому что, ну, я не виноват, что вы мне нравитесь. Ему нравлюсь. Он еще смеет говорить мне, что я ему нравлюсь. Дарья, я почти влюблен. Черт возьми, какая у вас ломка имеет. Отойдите прочь, стрелять буду. Стреляйте, стреляйте. 13 женщин бросил. Спросили меня, ни одну из них я не любил так, как вас. Руку предлагаю, да или нет? Барьеру? Стреляться? Стреляться? О, вы не можете себе представить, какое счастье умереть под взглядом этих чудесных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка. Я, кажется, с ума сошел. Сударыня, сударыня. Вы все еще сердитесь. Поверьте, я сам чертовски смешон. Решайте. Сейчас же. Я порядочный человек. Я стреляю и попадаю пулей в подброшенную копейку. Я имею 10 тысяч годового дохода. Я имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Прощайте. Ты позор, сраб. Раскис. Разлимонился, рассиропился, стоял на коленях, как какой-то дурак. Ха, 5 лет не влюблялся, и здрасте, втюрился, как оглобля в чужой кузов. Фу. Руку предлагаю, да или нет? Прощайте! Прощайте! Нет, уходите. Нет. Постойте. Не подходите, не подходите. Не подходите. Прощайте. Эх. Конюшни, чтоб сегодня Тоби вовсе не давали остаться.
Thank you.